Здравствуйте, дамы и господа. Вам ведь всем знакомо творчество Сергея Александровича. Так кто же он? Разумеется, известный русский поэт, который писал хорошие стихи. А о чем? О природе, о женщинах, о любви к природе и женщинам. Все так. Но сегодня вы услышите другое воплощение господина Есенина. Если бы это стихотворение появилось из-под его пера в современном обществе, то он не только известным и любимым не стал бы, он бы сошел на нет от лицемерия и ханжества. Мы ведь с вами ни разу не грубиян, не скандалисты и не матершинники, верно? Сыпь, гармоника, скука. Скука. Гармонист пальцы льет волной. Пей со мною, паршивая сука, пей со мной. Излюбили тебя, измызгали, не втерпешь. Что ж ты смотришь так синими брызгами или в морду хож? В огород бы тебя на чучело пугать ворон. Да печенок меня замучила со всех сторон. Сыпь, гармоника, сыпь моя частая. Пей, выдра, пей. Мне бы лучше вон ту сисястую, она глупей. Я средь женщин тебя не первую, немало вас. Но с такой вот, как ты, со стервою лишь в первый раз. Чем больнее, тем звонче, то здесь, то там. И я с собой не покончу, иди к чертям. К вашей своре собачьей пора простыть. Дорогая, я плачу. Прости, прости. Всем спасибо.